Презентация факсимильного выдания первого белорусского и усходнеевропейского буквара прошла сегодня у областной библиотеки имени Ленина. Мероприемство примерковали до 400-годия выхода у свет оригинала книги. Ее выдали у друкарни Виленского православного братства Святого Духа. Факсимилия, подрихтованная специалистами Национальной библиотеки Беларуси, представляет собой трехтомник. Полнокаляровый буквар оригинального померу, его переклад на сучасную белорусскую мову и сборник наукоспособных исследований на русской, белорусской и английской мовах. Работа над выданием протягивалась 3 года, и у его основу лег один полный экземпляр книги, який захавался до наших дён у приватной библиотеки у Лондоне. Это, саправды, самая первая в свете книга, якая имела назву «Буквар». Книга неблага довольно захавалася, дякуючи тому, что еще в 17-м стагодзе она трапила у Лондон. Калі шчыра, там ее мало кто читал. Усе экземпляры, которые застались на родиме, были просто зачитаны до дир и до нашего часу не дожили. И вот только дякуючи выпадковости, дякуючи тому, что эта первая книга трапила у Лондон, мы сегодня имеем махчимость бачить, как выглядает вот самый первый буквар. И факсимильное узнавление как раз таки передает все особливости оригиналу. Папера, подрапанности, нават дирочки, рукописные познаки на сторонках книги, плямы, печатки, абсолютно все один у один. Факсимильное выдание раскрывая усю значность и уникальность друкованного помника, заховывая для нашчадков духовную спадщину белорусского народа. Коли 50 выданий буквара передали у библиотеки и музеи Гомельской области. Так само книги пополнять фонды областного отделения Союза письменников и установ адукации.